Смотрите сегодня в Вестнике Северодвинска. Конфискуют технику, выпишут штраф за неуплату, придут еще раз к тем, кто не платит за отопление. В рейд вышли судебные приставы совместно с контролерами ТГК-2. Новый фасад и кровля. 108 образовательных учреждений Северодвинска провели ремонтные работы. В большинстве выполнен косметический ремонт. Игры на детской площадке закончились переломами. Родители пострадавшего ребенка ищут подростка, который переехал на велосипеде малыша. Купили собаку у мошенников, пришлось потратиться на ветеринара. Как правильно подойти к покупке питомца, расскажут заводчики. Ярких красок в осеннее небо. В Северодвинске открылась 5-я параспартакиада для детей с непростой судьбой. Встречаемся в 19 часов на канале ГТРК.